Врачи напоминают, лекарства от этой болезни не существует. Кроме этого, корь несет ряд осложнений для организма в виде отита, пневмонии и не только. В группе риска – дети до 5 лет, люди старше 20 лет, беременные женщины, люди с ослабленной иммунной системой. Избежать заражения может помочь вакцинация. Салькамцам доступны бесплатные прививки от кори в 2 поликлиниках города. Пройти вакцинацию можно с понедельника по пятницу. Прививочный кабинет в Боровске принимает жителей до 3:30. В центре же можно подойти к врачу до 6 часов вечера.